В Ярославле на электромеханическом заводе работает Галя Зубко. Она выполняет по две нормы за смену. Это ее подарок 21-му съезду коммунистической партии. Съезду, который наметит еще более грандиозные перспективы расцвета нашей страны. Смотришь на молодежь, и вспоминаются замечательные дела юбилейного года комсомола. Трудовые вахты, миллионные вклады в комсомольские копилки, молодежные воскресники.